Давайте начнем с того, что входит в мокрое. Начнем с того, что входит. Так, ну, да. Увы, это не только лампочки в подъездах. Это как раз самая маленькая часть. Угу. Это подкачивающие насосы в бойлерах. А в больших домах высотных там и на воду. Угу. Лифты, принудительная вентиляция, где она есть, наружное освещение, домофоны, антенные усилители на телевизионных антеннах. И только в последнюю очередь лампочки подъезда. Много набираем. А? Много на самом деле так, мы же по счетчику берем их. Если хотите, мы можем вам сейчас нормативный акт перечислить. Назовем, да, наверное, какой называй, номер постановления. Там не одно, там будет несколько. Это прежде всего 158-я статья Жилищного кодекса. 158-я статья Жилищного кодекса. И постановление правительства Российской Федерации номер 307 от 23 мая 2006 года. Существенно меньше платить. А у кого наоборот, квартира большая, ну, потребляли мало, значит, те будут платить больше. Потому что от квадратных метров будет зависеть. У кого-то меньше, так как изменится методика. Конечно. Распределение и все.